Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 2 августа. Священномученик Стефан, Папа Римский, пострадал в 257 году при императоре Валериане. Святитель Стефан занимал престол первосвятителя Римского 253-257 годы. Ревностно боролся против ереси новата, который учил, что не следует принимать обращавшихся из еретиков. Скрываясь во время гонения на христиан, святитель крестил многих язычников, в их числе военного трибуна Немезия, обратившегося ко Христу, после того, как святитель исцелил его дочь Люцилу. Немезий, посвященный сан диакона, и его дочь были усечены мечом. Их управляющий Симфроний, приведенный трибуном Олимпием в храм Марса на истязание, молитвой растопил золотого идола, после чего трибун с женой Экзуперией и сыном Теодолом уверовали и крестились. Все они были сожжены, останки их были погребены святым папой Стефаном. Тогда же были обезглавлены его 12 клириков – Бон, Фавст, Мавр, Примитив, Калюмниос, Иоанн, Экзуперанций, Кирилл, Феодор, Василий, Кассел, Гонорат и Тертулин, обращенные святым Стефаном. Наконец, сам святитель Стефан был приведен к императору Валериану, который осудил его на усечение мечом в храме Марса. Но по молитвам святого большая часть храма разрушилась, а воины разбежались. Святитель скрылся в катакомбах, усыпальнице святой Люцины, где затем был убит пришедшими воинами в то время, как он получал христиан. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.